Ну а всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы продолжаем играть в такую замечательную игрушку, как Orc, Realm of the Mad God, просто тут капец много всех. Вот, в общем, чё я понял, я тут немножко подпрокачался, вот, и я понял, что тут надо умирать. И да, я еще тут раза два, наверное, умер, пока съемки не было. Вот эта вот штука. Я, кстати, курсор поменял, так что у меня теперь такой вот синенький будет, вот такой вот, не знаю, видно его или нет. Вот, в общем, вот эта вот штука рядом с монетами, она обозначает мою славу. И славу я зарабатываю только тогда, когда я умираю. Вот. И в зависимости от того, насколько далеко я прошел, я... тоже подобрал ее. Это офигенная штука. В общем, офигенность штуки обозначает... Что там было? Прикольно было, ну ладно. Офигенность штуки обозначается вот Т-шечкой, видите, Т5, например, броня у меня Т6 уровня. В общем, все вот настолько офигенно, и у меня вот такой вот меч, в принципе, вот, да, вот так вот он стреляет, в принципе, ничего нового. И единственное, как можно сохранять вещи, это только вот через тот сундук, в котором мы были в первой серии. Ну ладно. А теперь можно будет зайти на сервер, и я кратенько попытаюсь... Так, кто-то хочет с нами поторговаться? Ты мне просто что-то хочешь отдать, да? Нет, он ничего не хочет отдать. Ну ладно. Ладно. Так, заходим в наш подземелье Медуза. Почему-то тут разные прикольные названия, не знаю, может, они не совпадают с названием боссов. Вот. В общем, в чем тут прикол? Вот где-то вот тут вот, вот где-то 20-х уровней, дофига у нас тут боги. Да, и чем ближе к тем богам, тем сильнее у нас мобы, соответственно, и лут падает лучше. То есть, получается, нужно просто поближе было ходить и фармить, а то тут вообще враги какие-то никакие, и из них падают еле вещи. Они даже мне нанести урон не могут. В общем, вот так вот все это работает. Отлично, давайте пробежимся поближе немножко к нашим богам, я надеюсь, они там, они вот там, хотя тут тоже до себя 20-х левелов. Так, ну там... Да, это самый минимальный размер карты. Ладно, пойдемте немножко вот так вот. А, отлично. Вот дороги как раз, вот эти вот дороги, они разделяют уровни, то есть уровни сложности. То есть, чем больше дорог ты перешел к центру, тем лучше. Тут еще вот такие вот лабиринтики разные есть, но вот в этом лабиринте я уже был, я там несколько раз уже все вещи фармил, там вещи гораздо хуже, чем сейчас у меня. Итак, сейчас я... буду развиваться. И, в общем, прикол в том, что нужно дойти до 20 уровня. 20 уровень тут максимальный, и тогда мы сможем кого-нибудь нагибать. Вообще не обращаю внимания на их урон, поскольку у меня хп реген выше, чем они наносят мне урон. Потому что они капец какие слабые. И они убегают. Это не нравится мне. Очень не нравится. Очень это мне не нравится. Так. Ладно, пойдемте выполним квестик. Ага, вот тут у нас сидит наше дерево, которое мы должны зарубить. Ну чё у вас тут так много? Ну-ка, суперскилл, давай, суперскилл. Да. О, левел апнулись, мы теперь 16-го левела, и это круто. Да господи, чё у вас тут так много? Вы же все слабые, я же вас всех не перебью. Почему нельзя какую-нибудь такую штуку делать, чтобы их прям бац и всех сразу? Ну, я думаю, у других классов такое есть. Вот, какие-нибудь там скиллы прикольные. А то у меня скилл только усиляет меня. Да. Что ж ты делаешь? Сколько ж вас тут? Надо еще перебить. Ладно, не буду я вас перебивать, поскольку вы все равно мне ничего практически не делаете. Еле-еле меня царапаете. Пойду-ка я сразу к дереву. И нагну его. Так, зайчик, ты умри. Отлично, да, отлично. Пойдемте к дереву, нагнем его. Это дерево, мы просто срубим его под корни, чтобы оно нам вообще не мешалось. Так, дерево, ты в курсе, ты немножко мешаешься нашему правительству, и поэтому меня послали, чтобы срубить тебя. Да, мы уже подошли к нему почти, так как карту приблизим. Да, мы уже около него, и у нас дофигишечка просто врагов. И я всех их буду лупасить и смотреть на лут. Т1, Т2. Не, слабенький лутик. Во, вот тут еще подземелье куда-то ведет. Так, вот эту я соберу штуку.
А, у меня полностью. Ладно. Так, это... А, это пират. Ух, ничего себе у вас тут. Ладно, давайте будем бить его. Не-не-не-не-не-не. Чё-то как-то. Чё-то как-то вот эти вот штуки, вот эти вот щитками меня пугают. Надо от них убежать. Да. Это очень плохо. Так, а вот ты наносишь много урона? Ну, ты средненький урон наносишь, отлично. С тобой я, в принципе, справляюсь. Так, вы кто такие? Так, вы слабенькие. Вас можно в легкую уделать. О, мне задали глаз победить. Да ну, убежим отсюда! Ну ладно. В общем, вот так вот нас убивают, показывают самых лучших игроков. Круто. И теперь мы начинаем новую игру. Я думаю, новую игру я начну теперь за кого-нибудь другого. За воина уже скучно играть. Давайте возьмем вот этого чувачка. Вот, его будем до 20 левела, короче. Прокачаем тебя до 20 левела и будешь ты крутым. Но для тебя у меня уже тут есть кое-что. Тут у меня в сундуке лежат вещи, которые я там нафармил. Вот. Я могу вот это на тебя надеть. И Т6. Да. Вот, теперь у меня вот такая штука, она стреляет, как это быстро. По сравнению, по крайней мере, с моим, смотрите, он наносит 20-60. А этот наносит 35-65. И еще этот быстрее, короче, кидается, очень быстро кидается. В общем, все как нельзя круто. Так, кольцо атаки. Угу. Надо бы еще броню какую-нибудь себе найти, блин. И уже можно будет всех нагибать. Ну ладно. В принципе, вот на этом основывается эта игрушка. Ты умираешь, ты получаешь немножечко. Немножечко славы. Ты продолжаешь улучшаться, чтобы потом опять умереть. Оптимистично. Да, это очень даже оптимистично. Ну ладно, пойдемте на нашу медузу и будем выполнять квестики. Мы же так это любим, выполнять квесты. Ну реально, он очень хорошо бьет. Так. Королева сказала, ну-ка, а что у тебя за... Ага, невидимый на... А, ну, тоже, наверное, прикольно. Так, давайте вот тут всех просто нагнем. Отлично. Ну что, прикольный довольно-таки, я вам скажу, с таким-то оружием. С таким-то оружием он всех нагибает. Да, найти бы еще только те... Вот эту штуку хорошую, вот эту и колечко желательно тоже хорошее найти тебя. Так, лидер бандитов, ты у меня сейчас отхватишь. Ты у меня отхватил. О, кто-то левелапнулся. Ну ладно, пойдемте дальше. Пойдемте уже поглубже, так чтобы тут сильные враги прям были, которые нас могли прям напугать. Так, у меня левелап. Тихо, тихо, тихо. Вы чё такие? Вы чё такие дерзкие? Так, тихо. Пойдемте. Квестик выполним пока. Так, вот у нас наша тут королева скорпионов. Тут должна быть. Иди сюда. Иди сюда. Сюда иди, сказал. Окей, ну, в принципе, не так далеко идти до следующего. Давайте. Так, отлично, отлично. Иди сюда. Иди сюда, иди ко мне. Иди ко мне. Тихо. Ты чё? Ты что такой? Ты что такой сильный-то? Ну, во всяком случае, я выполнил квест, и мне дали колечко. Плохое колечко. Плохое колечко. Мое лучше, наверное. Или такое, да. Не знаю. Так. Но тем временем я продолжал фармить и накапливать уже второй уровень. Представляете, уже второй уровень я накопил. Я просто ж молодец, да? Это просто офигенно. Офигенная игрушка. Да, и реально. Реально. Что-то там... Ой, чего? Что происходит? О нет, экран трясется, наверное, сейчас что-то будет. Это шутка, сейчас нас телепортируют просто. К боссу, да. Нас просто телепортируют к боссу, который нас должен будет дернуть, но мы попытаемся дернуть его. Так, я не знаю, куда я стреляю, зачем я стреляю, надо эту штуку убить. Это вообще непонятно, что это кто.
Вот, ой, там всех бьют, там всех бьют уже. Там уже всех бьют, вот эти штуки там всех бьют. Надо, мне кого-нибудь надо убить, поскольку у них дают. Ясно, я понял. Я туда больше не суюсь. Отлично. Спасибо, игра. Я тебя понял. Я туда больше не суюсь. Во всяком случае, я быстренько ухожу. Да. Я просрал еще что-то. Так, для кого у меня еще были хорошие вещи? По-моему, для тебя у меня были хорошие вещи. Ладно, давай. Так, а какой у тебя тип атаки? Интересно, он далеко так бьет? Вот просто, знаете, не видно, докуда он. Но он, по-моему, далеко бьет. Так, угу. И он пробивает через врагов. Ладно, давайте пойдем к нашему сундучку. Заберем шмот. О, у нас даже броня для тебя есть, офигенно. Просто офигенно. Так это можно найти. Я сказал. Вот так вот, все. Выкинул. И можно идти нагибать врагов. Хм. Все-таки думаю, нам нужно где-то уровня до 10 докачаться, а потом только уже можно будет и идти на босса. А то как-то что-то. Так, тут полный, тут я хочу какой-нибудь заполненный сервер играть. Ну и скорость атаки у меня. Да. Скорпион. Так, а что ты, кстати, что ты делаешь? Ух ты, он хилит всему этому. В пределах 3 квадратов он хилит всем хп. Всем. Вот это офигенно. Вот с друзьями бы играть вообще супер было бы. Так, отлично. Просто супер. Просто офигенски. Нереально офигенски. Сейчас всех уже замочим. И, кстати, у меня уже левел должен будет подняться. Нифига ты там стреляешь. Это что, мах какой-то? Ты что такое офигенный? Так, что там? Это мне? Так. У меня броня Т6. Ха. Зачем мне больше? Так, пойдемте. Квестик выполним. За квест нам дают. Ой, как далеко ты бежать, как далеко. И телепортнулся так никому нельзя. Ну ладно. Давайте замочим еще одну нашу королеву скорпионов. Чтобы она тут не ходила. Не нравится она мне. На. Ну, а вот то, что он пробивает через врагов, мне это вот капец как нравится. Сколько это просто офигенно. Ну, так. Что-нибудь будет? Будет что-нибудь новенькое, так. Нет, это мне вообще не надо. Ух ты, чувак рядом со мной. У него какие-то офигенные вещи, там что такое. Так, Хоббит-маг, он Хоббит-маг. Его завалить сложно будет. Вот тут второй такой же Хоббит-маг. Отлично, я его завалил, и мне выпало колечко, которое я сразу одеваю. Я сразу одеваю колечко. Отлично. 3 защиты никому еще никогда не мешало. Так. Давайте просто разнесем их тут всех. Отлично. На, Хоббит маг. Да что ты мне сделаешь? У меня посох Т5. Во. Посох Т5, это вам не шутка. Броня Т6, посох Т5, остальное Т0, Т5. Так. Эльф-визор, эльф-маг. Ну иди сюда, я тебе сейчас покажу, как у нас с магами обращаются. Я священник, насколько я понимаю, не помню точного перевода, но, по-моему, я священник. Слышь, ты не летай так быстро, я же тебя все равно убью. Отлично, мне придется переступить уже за эту лесенку, что мне не особо нравится. Вот он ты, вот он, на, ты что такое? О, квест комплит, нифига я далеко бью. Это мне нравится, честно, вот с такого расстояния просто шмалять по ним. Так, чувачело. Ну, смотри, оба, и можно просто вот так издалека, чтобы он не доставал, а я не доставал, просто по картинке шмалять. Отлично, из него что-то выпало, ну-ка.
Нет, это не для моего класса, к сожалению. К сожалению, это не для моего класса. Пойдемте нагнем еще кого-нибудь. Да, ну конечно жалко, что я опять потерял все свои вещи и что меня опять забили. Но я. Ну, в принципе, жить нужно сегодняшним днем. Поэтому давайте. И главное, если будут какие-нибудь Т4, Т5 вещи, их нужно сразу подбирать. Неважно даже чьи они. Опа-на, Т2, ну, можно взять на потом. Может быть, наверное. Ну ладно, оставим ее пока. Сюрикен с Петуховым. Т1. Нет, Т1 нам не нужен. Нам нужно как можно больше. Так, ты хилишь. А себя ты хилишь, вот интересно. Было бы интересно узнать, себя ты хилишь. Если ты себя хилить умеешь, это просто офигенно. Лови. Какой дерзкий. 8 дефенса. Т4 возьму. Т4 брать надо. Так, это Т2. Она мне, в принципе, я думаю, не нужна будет. Так, на. Лови. На. А сейчас проверим, хилит нам ХП. Да, нам тоже хилит ХП. Тогда все просто нереально как круто. Просто все просто офигенски настолько, что реально. Ну так вот. Так, Хоббит Мак, ты у нас далеко там или нет? А, вот ты у нас где. Вот у нас, ты у нас сейчас и получишь. Хоббит Мак. Что-то мне это напоминает. Словосочетание Хоббит Мак. Напишите в комментариях, если знаете. Чуть не могу вспомнить, что-то мне напоминает, но что не могу вспомнить. Да. Опять у нас Хоббит Мак, поскольку мы так и не апгрейднули наш левел, нам не дают новых квестов. Надо. Во! Квест комплитнулся. Отлично. Может мне кого-нибудь другого дадите для моего уровня? Ну, кроме Хоббит Магов, у вас кто-нибудь есть. Вот вообще. Вы что так много мне даете? Я их все равно сейчас. Отлично, еще один квест выполнил. Мне дали какую-то палочку Т2 уровня. Нет. Мне не нужна такая. Так, она добавляет атаку. Я, пожалуй, возьму себе. Нет, дефенс оставлю. Так, во! Гоблин маг. Ну хотя бы не Хоббит маг. Гоблин маг это уже что-то новое. Да, надо его пролупить. Отлично. Новый класс. Чего? Новый класс? Ну ладно. Все. Так. Undead Хоббит маг. Что? Зомби Хоббит маг? Вы серьезно? Зомби Хоббит маг. Круто. Круто, но я сначала вот тебя завалю, поскольку из тебя одна очень офигенная вещь выпала, и ты не успеешь ударить. Нет, из тебя теперь не выпадает такая офигенная вещь, вот выпала Т4. Т4 это неплохо, я скажу вам. Ну да, Т4 это можно носить. Так, какой-то пузыречек выпал, нифига он тут разносит, вы посмотрите. Смотрите, как он шмаляет. Отлично, так, а я пока уже 5 уровня, и что-то только я пока 5 уровня. Да. Лови, так, что-то понавыбивали, все понавыбивали, лови. Что, поймай ты уже от меня эту штуку. Так. Так, отлично, давай. Отлично, просто еще один квестик мы выполнили. Это у нас что? Какой Т3? Я думаю, я возьму его все-таки. Так, меня потихоньку убивают, я это вижу, и мне нужно это исправить. Ну, сейчас я себя хильну, и можно будет идти в бой. Так, ты, чувак, ты там, нет, ты недалеко, ты там за речкой прямо уже стоишь со своими друганами. Лови. О, левел ап, отлично. Я 6-го левела. Ага. Так, сколько? 40 максимум хп. Нет, моя штука лучше. Она дает мне 3 защиты. Так, король дварф. Ну-ка. Ну-ка, давай, иди сюда. Так, далеко там? О, он довольно-таки далеко. Так, кролик. Я знаю, что тебя... Нет, сейчас не выпало. Так. Отлично. Главное вот этих хоббит-магов убивать. Хоббит-маг. Так, нет, такая у меня уже есть, не она хуже, чем которая она у меня сейчас. Да. Король варфов.
ты чё, вот тут сидишь, король дуэтов? Ты чё, настолько крутой, что ты сидишь в специальном здании, в котором никого нету? Ладно. Ой, тихо. Сколько ж вас тут? Я ж... Отлично. Смотри, сколько за них опыта-то дают. Мне там за одного по 8, по 10 дают. Отлично, мне дали какую-то штуку. Т4, но она, по крайней мере, лучше, чем эта. Я возьму ее. Так, трик скорости. Вот скорость мне нравится здесь больше всего. Сколько быстрее атакую немножко. Немножко, но быстрее. И это просто офигенно. Ну нифига там творится за окном. Да. Так, на, лови. А сколько тут врагов? Ну-ка, давайте вот так. А, это наш зомби-хоббит-маг. Ну, зомби-хоббит-маг это... Нормально. Ловите. Обычный, ты сейчас у нас не за... Ой, тихо, я, конечно, все понимаю, но что так быстро-то? Пол здоровья снесли, вы посмотрите на меня. Отлично, там. О, он у нас довольно-таки далеко, знаете ли. Так, ну на, лови, заяц. Я волк, я тебя победил. Отлично. Кто-то там на первых лавах погибают. Не припомню такого. Ну, помню, недавно я там на третьем уровне умер только что буквально. Так, ты что такое? На, лови от меня. Ты что такое бронированное-то? Не будь такой бронированной, будь более открытой. На, лови. Надеюсь, мне за тебя хотя бы много опыта дадут, сука. Стрелять тебе это не такое уж и удовольствие. И это довольно-таки тяжело. Сука работает. Нет. На, лови. А, отлично. 98 опыта, это много? Надеюсь, что да. Во всяком случае, я уже стал почти 7 уровня, и мне нужно... Так, отлично, сейчас перейду на более слабый уровень, и это мне нравится. Так, на, лови. Отлично, так, я уже 7 левела, вы представляете? 7 левела я. Я 7 левела, я крут. Да, умри. Отлично, мне дали какую-то палочку, сейчас посмотрю, если что, ее возьму, поскольку у меня там палочка Т2 лежит в сундучке. А эта палочка у нас... Т4. Ее использует маг. Да, я ее возьму. Так, о, опять мы снова встретились. Тавтология. На, лови. Лови. А, что-то ты какая-то уже послабее как-то стало, что ли. Т5, у меня такой же. Ну, возьму на всякий случай, вдруг умру, и мне придется сохранить эту штуку. Так что посох Т5 в данном случае. Ну что это вообще? Да, это посох адского огня. Вот. Вот как точно будет он переводиться. Посох адского огня. Отлично, себя хильнул, пошел дальше. Размазывать вот таких вот штук. Отлично, на, лови. Что ты мне наносишь урон? Вообще, кто тебе разрешал наносить мне урон? Я должен наносить урон. Только я имею право наносить урон. Отлично, еще один квест выполнен. Хм. Это не может не радовать. Ты куда убегаешь, слышь, ты на меня нападал. Я убью всех. Так, у нас там еще одна сидит такая штука. На, лови. О, нет, вот эти шарики, вот эти каменные, они меня бесят, сука. Для моего уровня они слишком сильные. Да сколько вас тут, о господи. Ну, лови, вот так буду делать, отходить от них. Да сколько вас тут, походу скоро придется убежать, поскольку их все больше и больше. Я их только собираю, я их не могу отогнать от себя, я их только увеличиваю их число, и они все хотят на меня скушать, напасть на меня. Нет, просто нет. Ох. Так, отлично, давайте хильнемся немножко. Отлично, мы кого-то там завалили даже. Вот этот, посмотрите, он какой бронированный, его сколько не бьешь, ему все нипочем. Его просто надо бить. Да, вот так вот. Отлично, отходим от...
Нет, что-то маловато. ХП мне это вообще не нравится, я, короче, валю. Отлично, я свалил, а это значит, что пора сохранить все те вещи, которые я надыбал. Давайте зайдем и сохраним вещи. Да. Так, что бы нам сохранить? Вот, да, у меня палочка Т2 для мага. А вот эта палочка, она получше будет. Получше. Во всяком случае, она гораздо лучше для моего мага это будет. Если я буду играть за мага. Так, эту палочку тоже на всякий случай сохранил. Так, это Т3, Т4. Это нужно броню сюда сложить. Там можно заняться. Так, лук Т3, лук Т3 тут лежит. Отлично. Ну, можем еще один сложить, по сути. Сейчас место и так и... Еще два слота есть. Отлично. Так. Эту я пока не буду, я думаю, складывать. Ну вот, в принципе, такие крутые у нас вещи тут лежат. Если вдруг что, то можно будет отличненько просто начать. Ладно, пойдемте к нам. В Next. Отлично. И, кстати, вот это вот все. Вот. Сейчас я огорчу тех, кто думал, что вот это вот все это магазин. Это все эти покупки за донат. Да, это все донат. То есть тут по сути ничего нельзя делать, кроме как выбивать вещи. Ну можно еще ежедневно за него выполнять, но оно очень сложно. По крайней мере, сейчас для меня. Отлично, зайдем сюда. И просто всем наваляем. Я не думаю, что эта серия будет какая-то такая слишком длинная, поскольку я опять просрал свой левел и приходится опять начинать все заново. И вот так каждый раз. Но зато у меня с каждым разом все больше и больше и больше славы, и я там открыл какой-то новый класс. Можно было бы потом посмотреть, какой я класс там открыл и вообще что и как. Отлично, ну давайте перейдем на 8 уровень и на этом закончим это видео. Я думаю, вот этот квест будет последний, который мы выполним. Ненавижу тебя, ураган. Ураган это плохо. Крабики. Ну, отлично. Мы перешли на 8 уровень. С вами был Иван Смит. Ставьте лайки, комментируйте. И пока.